случилась неприятность. Слетела гусеница с левой стороны. 4. Звонил место Потеряевки. Ни Игоря, никого нету. Ни батюшка занята. Зашел на бугор. Внизу тут вообще нет связи. Вызвонил Володю Пащенко. Побежал тут, чтобы тросик взял. Толщиной 10 миллиметров. Гусеницу поднять. Чтобы Игорь приехал на машине. Кун. Кун означает что-то там. Подъемник у него есть. И вот он сейчас едет с бугора. Спускается. Вот тут мой велосипед лежит в стороночке. Виктор Михайлович, бульдозерист. Немного не закончил на Рыжковском за один день. И вот в 18.00 разворачивался и соскочил у него. Как Курскую битву написано, большие тигры подбитые были. А по ночам немецкие мастера заново эти танки ставили в строй. Значит, для этого приспособления должны быть. Он не глушит никогда, боится, и стартер не работает. Я про бульдозер говорю. Июля 2017 года, среда.
Благослови, Господи, братья мои. Даже не Игорь, не Виктор. Делать их полезно и безопасно.
Башир Александрович. Здесь сообщение. Виктор Николаевич. Сколько раз залил в воду. Городской житель решил этого не знать. Я чаще подбегаю от него.
тут облезти. Ну еще убирать можно бакушку? Можно убирать? Убирать можно? Бакушки убирать можно? Что? Все? Вот эти деревяшки. Спасибо большое. Игорь все взял и поехал. Поезд надо отпускать даже. Не дозвонишься, что-то на Билайн жалуешься. Какой ужас. Да благословит тебя Бог, брат дорогой. По славу Божию. Все, поехал. Ангел-хранитель не даст тебе Господь. Вот так вот ночами танки ставили на ноги, где траки отрывались. Конечно, были приспособления. Гусеница слетела. На деле за 2 часа Игорь тут был, барабан. Сейчас кто есть, сдвигает, и на этом все, больше не надо ничего. Это и трак какой-то самый. Вот он не огрузил, как его слышал. Теперь я его убрал. Ну, чтобы здесь ничего не сделали. Уже 9-й час. Какая трудная работа. Это не просто шофер.